Всем доброе утро, зрители, подписчики нашего канала. Детки. Детки. Всем привет. Так, мы выбрались из дома. Время у нас без 10:08. И идем в школу, в сады на тренировки. Кто куда, короче. А мама нет. А мама вас ведет, да. Нам отведет сад, ой, в школу. Ты сейчас закинешь сад, мы побежим в школу уже, да. И поедем на тренировки. Нет, я не домой, дочь, потом. Опять? Я потом не домой, я потом в больницу поеду. Опять? Опять, да. А, ага. Это ну, вот сейчас морозно с утра. Но солнышко. Приехали мы с Сергеем метром. Посмотреть, что нам посмотреть надо. Ну, вообще, в принципе, посмотреть, что продукты здесь есть. И посмотреть, что здесь салфетки. Вообще, просто пустые полки. Даже салфеток нету. Да, уж да. Бля, хамуха, что с крупами? Крупы исчезают. Горох, фасоль. Что, нормально? Фасоль и горох. Финлайфсы что были? Но они сачка не дешевые, спасибо. Ну. Да и там тоже ничего нет. Ни гречки, ничего. Да уж. Ладно, гречка у нас в Баканале не надо. Гречка в Канаме, наверное. А, ой, гречная есть. Целые две пачки осталось, Сереж. Крупа ячневая, а где же гречневая? Пшеничная, манная. А гречки я цены даже не вижу. А 46 вот такая. Осталось две пачки всего. Да уж, люди, вы серьезно? Разобрали все, просто все. Здесь на такие большие, огромные палеты с курицей стояли, с мясом. Смотрите, что происходит. Смех смехом, вот вам и смех. Что мне сейчас не очень смешно, думала курицу взять. О, да. Кому яичко? 999 рублей. Вообще. Не огромный это вот. А, ну такое мы как-то видели, по-моему, перед Новым годом. Да, 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 видели такие Маши. Интересно, какая там игрушка внутри? Кто покупал? Тяжелый. Кто покупал? Что там внутри попадается? Ну, классно. Да, купи Веронике. Нет, не надо Веронике. Это дрожжи, это не яйцо. Там не... Я, да я не знаю, не в яйце. Не, там сюрприз. Игрушка какая-нибудь будет. Сюрприз. Фиговая. Ну, купил там. А вон там Лола 199. Вероника с ума сходит по лолу, печенье с кремом. И браслет. Модный браслет, не надо, нам модный браслет за 199 рублей. Слишком дороговато. Сладкий набор, 149. Пойдем отсюда, сладкий набор. Короче, ничего мы толком это не купили, потому что то, что нужно, того нету. А то, что хотелось бы купить, например, еще, то слишком, блин, цены завышены. Поэтому, ну и большинство нету. Горошка нет, кукурузы нет. Блин, вообще, все сметено. Ну, это шоколада, мороженого. Блин, есть мороженое, оно тоже калорийное. Наедаться им шоколадом, пожалуйста, вдоволь. Что молчишь? Не знаю, зависла. Зависла? На радуге? Так, ну что, мы дома побыли. Короче, после метро мы поехали в Европу. И, наверное, лучше мы сразу туда поехали. Ну, не то, что в метро вообще делать нечего. Мы там совершили пару покупок, все на все. Ну, пару покупок. Ну, шесть покупок, наверное, маленьких, мелких совсем. То есть, это, наверное, был самый, знаешь, такой поход метро, который мы практически вообще ничего не купили. Потому что, ну, я уже объясняла ситуацию, почему. Потом поехали в метро, ой, в Европу. Ну, и там уже кое-что купили, покажем вам покупки. Кстати, сегодня тоже написали, сейчас только что информация, что за Владимирский не с понедельника, как изначально говорили, что с понедельника. С пятницы, да, все, Ирюша. Ну, просто у них вчера еще приказ не прошел, губернатор. Да, с пятницы все, сада последний учебный день у Владика и у Ирюша, и... С 2-го на дистанционном. Со 2-го числа, да, на дистанционное обучение. 10 дней.
Ну, конечно, получается, что все с пятницы и по 12 число, с 20 по 12 число. Там неизвестно. Дети будут сидеть дома. В школе, в саду сегодня написали, что свободный режим посещения. Уже ввели. Короче, очень весело. Так, ладно. А, так еще дома пятерочку, это здесь по дому у нас недалеко. Купили 20 яиц, взяла сразу 20, потому что дешевые они. По 41 рублю S1 яички такие довольно крупные, хорошие. Потому что мне недавно попались, ну я просто не покупала, просто смотрела. S1, они вот такие вот, реальные, господи, что за S1. Еще две упаковки макарон, ладно, и подкупили. Макароны у нас все любят, пока лежат. Кошка нашим корм, кстати. Конечно, сколько они по 6, по 8? По 7 рублей, короче. Взял Сергей раз попробовать, им вообще будут есть, не будут есть, потому что у нас особенно Муся кривляная такая. Пошел корм так на ура, что просто захват. И две упаковки молока по 41 рублю тоже. А, 2 килограмма сахара. Да, сахар, кстати, в Европе по 30. 29 копеек. Да. Мы еще взяли здесь по 25. Пятерочки. Вот пятерочки, да, почему я брала. Чтобы Владика душа была спокойна. Ну да. Ну вон только сахар. Ну, Вероника еще. А Вероника еще, да. Вешенки. Вешенки это мы взяли в Европе. Короче, тут получается 292 грамма. Ну, 300 грамм на 59 рублей. Да, дешевле, грубо говоря, чем нормальные вешенки. Сергей выкопал. Не выкопал, там в нормальном доступе и в нормальном ассортименте 74 рубля. 75, наверное, почти. Разновидности овощной лапки. Вот, два посевые, гороховые и капустные. Кстати, капустные, по-моему, не разные, да. Не знаю, не помню. Чай. Брали мы чечевичные раньше вкусные были, но их вообще нет. Да, чечевичные есть по вкусвилле, там цена на них, естественно, уже. Кстати, фирма такая же, но вкусвилле сделано под вкусвилл, и, соответственно, цена там у них 160 рублей. Это по 75. Чай. Да, 40 рублей. Чебрец, зверобой, мята. Сыр по-шахонски, цена у него 319 рублей за килограмм, но на самом деле мы один раз поубрали, пробовали, да, когда покупал в Европе. Татарстанский, по-моему. А? Татарстанский. Да, Татарстан. Реально очень вкусный сыр. То есть мы тогда взяли, не пожалели, тут кусочек на 374 грамма, на 119 рублей, то есть вполне вообще. Ну, уж у нас. Так. Сейчас сыр кушают и все. Да, кусочек грудинки взяла такой. Я, грудинка называется, не сало. А, там были такие как классные кусочки с пряностями, но я терпеть не могу, когда там, когда вот на сале много лаврового листа, меня аж фу, поворачивать начинает. Нет, мне Европа нравится, потому что все-таки он дорогой магазин, ну, относительно дороже. Там как, дороже. Принципе, как, есть какие-то скидки, но ассортимент и большой, ассортимент очень большой, да. А еще такой майонез, собственно, это я больше взяли для грибов, да, для жарки, потому что мы кешью все-таки лучше в салатике, а этот хорошо очень идет именно на жарку с чем-то. Mm-hmm. Тоже бы тупо акция, там 37 рублей вообще. 7 рублей вообще. А, что мы еще купили? А, пряники, да? Пряники, наверное, 30, не знаю, 5, наверное. А, мука еще. Не знаю, там не повезло. Не знаю, какая была, конечно, элитная. Почему? 50 рублей? 50 рублей. 2 килограмма. Да, на запас. Я цикорию взял. Это в метр, наверное, да? Цикория, да, это уже в метр цикорию брали по 37 рублей. Да, две пачки. Капусту, это не знаю, где мы дальше. Тоже в Европе. Ахвальники. В Европе большая, это 55 рублей. Дальше. Мистер салат, по-моему, да, называется? Да, сошел хороший. Простоквашин творог, он был со скидкой 30%. Мы сегодня с Вероникой вечером. Уплетете. Да. Сережа взял себе так, такие штучки. Кстати, вот. Паста шоколадно-соевая. То есть постная полностью. Не знаю, попробую. Фирма Бис. На кокосовом масле и на рисовой муке. Москва. Производитель ООО «Белок». В общем, шоколадная и с прованскими, с пряными травами. Была еще какая-то сметанный соус соевый, ну, я не знаю, просто брать то, что да, основном, есть майонез, и по 60 рублей. Крем тип-топ. Ну, да, вообще. Нички, Веронички наши. А здесь все равно нормально.
Это я не знаю. А, С, да, или что-то здесь. Это, да, Vila Life последний был еще со скидкой 50%. Вообще, вкусняшка электрическая. Она, кстати, тоже, по-моему. И это стыли. А? Это очень вкусненько. Да, Таня раз уже пробовала, мне, я помню, мне очень понравилось. Прокладки Котекс взяла, тоже, ну, дешево это относительно, они по акции были, 109, что ли, рублей получается за, сколько тут у нас штук, сколько-то штук, 20 штук получается, да, 20 штук, все, пакеты, блин, подъемные. Оказалось, всего так мало, то есть. Ну да, вот написано, читаю, паста соевая подходит для веганов, для вегетарианцев, для пасты соевой. Еще есть вкусы классические. Ну там было все шоколадное, да? Три вида всего было, да? Там соус был сметанный. А здесь с пряными травами, со вкусом грибов, со вкусом крабов. Ну там три вида было. Нормально, я считаю, взять такую эту пасту. Попробуем, короче, не знаю. Если честно, хочется. Я больше вот этого хочу. Нет, это будет на потом. Есть сыр. Нет, я сегодня не купила сыр. Это чистая веган. Я 100% сегодня... веган, а ты? Я сегодня не купила себе сыр. Альметта. У тебя сколько купай? А я знала, что есть вот эта штука. Это нету штуки. Есть. Нет, на черный день. Так, ладно, все. Все, съедим. Убираем, разбираем. Кстати, расположилась на улице. Да, хорошо стало. Так, ладно, будем обедать супчик гороховый. Так, ну что, забрала я Веронику домой, Илюшу из гимназии. Так, мне сказали, что завтра у нас последний день, и по ходу наш турнир, который у нас должен продлеваться был на 2 недели еще, закончится все в субботу и воскресенье. И да, и Илья возьмет золото. Наверное. Ну дай бог, надеемся на это, по крайней мере, а там как получится. У меня сейчас запекается курица в духовке, точнее, как не курица, я покупала и голени, и бедрышки. У меня сегодня Илья выдал такую новость: мам, я хочу курицы, запеки мне, говорит, в духовке. У меня чуть... Я говорю, ну это что-то прямо новое для нас, чтобы я попросил курицу сам, это вообще на грани фантастики. Потом запекаю сейчас курицу в духовке. Это прям вау. Посмотрим, как он еще есть будет. Я уже не знаю, что с ним сделаю. Как он просил. Угу. Как он будет есть. У тебя кофта на черта, похоже, что с ним выкинул ее в стирку. Да. Сейчас я буду печь вафли деткам. Деткам всем. Короче, только мне. На рисовой муке. Кстати, мука пахнет просто обалденно вообще. Я первый раз, наверное, я что-то делала на рисовой муке за все время. Так, ладно, моя вафелька уже нагрелась. Начинаем печь вафельки. Так, вафельки у меня уже готовы. Смотрите, какая красота. И половину, конечно, уже нету вафель. Ну, блин, какие они аппетитные на вид. И какие они ароматные. А просто. Нет, я не ела еще. А буду? Будешь. Вероника! Тут и гречка. Гречка с курицей. И вчерашний наш салатик. Ирина, ты можешь как не картинка кушать? Посмотри, как ты как поросенок ешь. Упс. Сядь, во-первых, хорошо за столом. Сел. Хочется завить. Погулял. А где? Владик, Илья. Собаки. Сядь хорошо. Подожди, не там кошки и собаки были. Вон, которые гавкали возле дома. Я аж испугался и убежал. Погулял, да, Владик. Ну, Вероник, хватит. И Илья с собакой с нашей гриль. Сейчас готовлю собаке тоже кушать. Варю. Давайте. Приятного аппетита, кушайте. Давайте за стол. Кто там у меня спрятался за... Мишку, и свои глазки трет. А что за девочка спряталась за Мишку? Ну все, не хныкай, не хныкай. Давай-ка спать. Давай. Давай с Мишкой в обнимку будешь спать, да? Мальчишки наши уже спят. А мы с Вероникой укладываемся. Никак не можем заснуть. У нас не так, все у нас не этак. Да, моя принцесса? Ну все, скажи, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний влог. Будем укладываться спать. Да, моя принцесса? Любимый, да? Слезки свои вытирать будем. И бай-бай. Скажи всем хорошего настроения. Увидимся с вами завтра. И всем пока-пока. А какое завтра число? Завтра у нас... Какое это число? 19-е. 19-е завтра. Все, бай-бай-бай-бай-бай. У нас тут и пупсики спят. У нас тут все спят с Вероникой, да?